Так что вы, правый сектор вы говорите, да? Молодой человек, вы говорите правый сектор? Как? Вы только что говорили, что вы правый сектор. Предрассудки. Местные активисты, почему? Мы левый сектор. Мы местные активисты, потому что надо помогать государству. А, вы вымогаете от меня деньги, чтобы я помог кому-то? А мы вам сказали о деньгах, что? Вы же активисты, чтобы я помог кому-то. А кому я должен помогать, скажите? Активисты мы здесь для порядка. Для порядка? А не для того, чтобы вы кому-то помогли. Какого порядка? Вы можете помочь только своей семье у себя дома. Спасибо большое. Вы заметили это? Или не заметили? Что я помогаю семье? Что вы можете помочь. А мы от вас помощи не просили. А кто вы? А кто вы? А помощи просили от нас государственные чиновники. А что вы меня останавливаете? Человек. А что вы меня останавливаете? Как это чего? Стекло есть на вас? Посмотрите, а вы тут лес возите. А что у меня торговля? Вы можете... А какое твое дело, что я возьму? Как это какое мое дело? Так. Как это какое мое дело? Да, вызови, пожалуйста. Так ты пустой, загрузись, я вызову. Ну да, конечно.